какое бы наказание вы бы выбрали для хоккеистов команды «Амур»? Для хоккеистов команды «Амур» наказание? Да я думаю, их и так уже судьба наказывает хорошо. У них ни одной победы нету. Так что наказывать хоккеистов «Амура» не надо никак. Ну, это ненормально, но просто нервный срыв. Какая игра по счету проиграна. Ну, видимо, какие-то денежные штрафы со стороны руководства клуба. То есть, ну а как еще? Ну, не ремня же им давать в конечном итоге. То есть, все-таки, видимо, денежное что-то, наказание какое-то должно быть. Ну и вполне возможно, может быть, какое-то отлучение на несколько игр, что тоже, я думаю, повлечет за собой какие-то финансовые потери с их стороны. Не надо ничего наказывать. Пусть отвечают, просто покупят новый инвентарь или что-то еще. Пусть играют, да и все. Как они? Восстановить, да и счет, да и все. Элементарно. Только так всегда было в Советском Союзе. Сломал, восстановили. И все, тебе скажут спасибо. Вероятно, наказать их финансово, но как-то может запретить им иметь болельщиков, не продавать болельщикам билеты на их матчи. Тогда бы они финансово были наказаны. Насколько я знаю, у них и так там тяжелая финансовая ситуация в команде. Ну, не знаю, наверное, финансово. Ну, административный штраф, наверное. Ну, я слышал, да. Ну, все равно надо как-то наказать, наверное. Не знаю, а что? Ну, не знаю, что. На первый раз простить, если первый раз. Потом уволить. Ну, наверное, так. Я бы так поступил. Ну, оштрафовать? А что еще делать? Ну, кризис в команде, насколько я знаю, игровой. То, что ушли ведущие игроки из клуба. И, ну, тренер, как бы, видно то, что не справляется с этой ситуацией. Ну, как бы, и не может команду держать, что ли, в рамках, вот, ну, как сказать, в рамках дозволенного. То, что команда, она деформируется, да, деформируется в сторону вот этой расслабленности, вот этого, ну, вот этого поведения грязного. А что еще? Ну, штрафовать, ну, это как, они раз оштрафуют, два оштрафуют. Но оно, мне кажется, все повторится. Надо тут... Корень проблемы это лежит не в поведении игроков, а где-то глубже зарыт. Так что я думаю, надо что-то делать со своими игровыми результатами, улучшать свою игру, а там уже как бы и придет нормальное поведение и достойное мужское. Ну, наказание, как для всех, заплатить штраф. Молодцы!